Татары – один из тюркских народов Поволжья и Приуралья, второй по численности в России. В Прикамье насчитывается более 136 тысяч татар. По религиозной принадлежности – пермские татары, мусульмане-сунниты. К концу XVIII века сложилась особая этнографическая группа – пермские татары. Их отличает особый диалект татарского языка и сохранение многих архаичных черт традиционной культуры. Пермские татары испытали влияние культур других народов, сохранив при этом свою самобытность. Сами пермские татары считали своими предками остяков. Кем были эти остяки до настоящего времени, остается загадкой. Ученые склонны считать их древним угорским населением края, либо смешанным тюркско-угорским народом. В числе предков пермских татар есть и финно-угорские народы – марийцы, удмурты, мордва, осевшие в южных районах Пермского Прикамья в конце XVI-XVII веков. Традиционный фольклор пермских татар хранит в себе уникальное разнообразие жанров, утраченное основной частью этноса. Богатым сюжетным разнообразием отличается и мифологическая проза. Это народные исламские легенды, былички и бывальщины от мифов о сотворении мира до страшных рассказов о нечистой силе. А особый жанр фольклора – заговорные тексты – до недавнего времени активно использовался в практике народной медицины. Неотъемлемая часть традиционного обряда, будь то проводы в солдаты или свадьба, обрядовые песни «Жир». Алмалары зәрі
Кемеле бауларга төзәр идем, яныма сабу йөрәккәем, сагынуга төзәр идем. Яныма сабу йөрәккәем, сагынуга төзәр идем. У пермских татар получили развитие лироэпические баиды и стихи религиозного содержания на татарском языке менежетри. Особо можно выделить напевы гостевания, колыбельные, плясовые, шуточные, игровые и лирические напевы. Музыкальная и инструментальная культура пермских татар представлена наигрышами, традиционно исполнявшимися на скрипке, а позднее на гармониях. До настоящего времени сохраняется традиция игры на кубызах, деревянных или металлических музыкальных инструментах. Часто кубыз сопровождает исполнение гостевых, частушечных и плясовых напевов. Традиционно этот музыкальный инструмент считался женским. Собранные в экспедиции материалы записаны от фольклорных ансамблей исполнителей в татарских деревнях Березовского, Кунгурского, Октябрьского, Ординского, Пермского, Суксунского и Уинского районов Пермского края.